По заказу Управления дорожного хозяйства продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Новощепной ряд. Кроме наземной части работ, проводятся и подземные работы, в частности, замена инженерных коммуникаций. Один из самых сложных этапов – это замена магистрального водовода на новый, с применением новых технологий и материалов. Летом проводилась замена старого водовода на новый диаметром 900 мм, с переподключением абонентов со старого водовода на вновь проложенный, на участке улицы Новощепной ряд в районе трамвайного депо номер 1. Сейчас завершаются работы по замене части старого магистрального водовода на новый диаметром 800 мм в районе перекрестка улицы Новощепной ряд с улицей Екатерининской. С 24.00 16 ноября до 24.00 17 запланированы работы по подключению вновь проложенного водовода в существующую сеть водоснабжения, в связи с чем запланировано отключение воды в ряда абонентов Приморского района города. Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета приносит извинения за временные неудобства.